Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня мы поговорим о рекламе, двигателе прогресса. Сначала постулат. В интернете есть реклама. Баннеры, видео, product placement, проплаченные статьи и так далее. То есть онлайн все то же, что и в офлайн. Но есть специфическое направление – контекстная реклама. Это есть только в сети, и о том, как это работает, я хочу сегодня рассказать. Контекстная реклама – это то, что появляется, скажем, здесь или здесь. И зависит от того, что вы искали в интернете в прошлом или что ищете сейчас. Мы не будем касаться алгоритма, а поговорим о рекламе, которую настраиваете вы, и вы же выбираете, кому ее показывать. Речь пойдет о рекламе в поисковой системе Google, то, что называется Google AdWords. Соответственно, набираете в поисковике Google AdWords и попадаете вот сюда. Начать сейчас. Здесь вводите адрес электронной почты и адрес сайта, который будете рекламировать. Продолжить. И перед нами Google AdWords Express. Выбираем цель объявления. В нашем случае это действие на сайте. То есть целью объявления является переход на ваш сайт. Географический таргетинг, то есть где. А тут нужно выбрать какую-то категорию, к которой можно отнести нашу деятельность. По уже устоявшейся легенде я занимаюсь продакшеном на фрилансе, соответственно выбираю видеосъемку. Тут, видите, он предлагает смежные виды деятельности, может быть какой-то вид подходит вам больше. Мне нет. Оставляю видеосъемку. И тут составляем объявление. Все предельно понятно. Заголовок 1, заголовок 2, описание. Количество знаков ограничено, так что будьте лаконичны. Продолжить. Бюджет. При бюджете в 4000 рублей в месяц вы получите примерно от 400 до 700 заходов на сайт. А уж приведут ли эти заходы к конверсии, зависит от того, куда ведет ссылка и насколько соответствует предложенная вами услуга тексту объявления. Тут можно посмотреть, как изменится ситуация при увеличении или уменьшении бюджета. Еще раз проверим настройки и платежные данные. Граф тут много, но в целом все тоже понятно. Физическое лицо. Адрес. Способ оплаты. Я выбираю ассист, то есть оплату по кредитке. Сейчас я отключусь, оплачу и вернусь. Все, мы создали объявление. Теперь Google автоматически будет выбирать, где его показывать и как, а мы будем получать обещанный трафик на наш сайт. Естественно, нас это не устраивает. Хотя бывают ситуации, что этого действительно достаточно, но мы рассмотрим ситуацию более сложную, когда услуга неоднозначная, а бюджет минимальный. Для этого переходим сюда. Он нас пугает, что это действие необратимо и оно только для опытных маркетологов. Но мы, естественно, ничего не боимся. Я, например, в детстве стрелял из поджиги, катался на телегах с подшипниками и лазил на засекреченные заводы за стеклянными шариками. Кто в теме, тот поймет. Так что меня маркетологами не напугаешь. Лично у меня он на этом шаге виснет и говорит, что произошла ошибка. На самом деле, если сейчас зайти в Google AdWords, вы окажетесь уже в обычном Google AdWords, не Express. Видите, какая красота, чего тут только нет. Про все не расскажу, как всегда пройдем по верхам. Начинается все с компании. Создать компанию. Работать будем только в поисковой сети, исключая партнеров. Таргетинг – Россия. Потом можно уточнить локацию. Ставка по умолчанию. Тут нужно просто поработать, и вы поймете, какую ставку назначать. При низкой ставке на конкурентных ключевых словах ваше объявление просто не будет показываться. Или будет где-нибудь в хвосте. Ну то есть просто по нему никто никогда не перейдет. А может тот единственный, кто перейдет и будет ваш клиент. Короче, пока поставим 10 рублей за клик и 20 рублей в день, а дальше будем смотреть. Этим-то нас, кстати, и пугали, когда говорили про опытных маркетологов. Так, дополнительные ссылки. Ладно, все, потом все можно переделать. И мы создаем первую группу объявлений, которые будут вести на подраздел сайта. По ключевым словам. Видеопроизводство. Ну и что он нам еще предложит. Все. Переходим к объявлению, и вот она, группа объявлений номер один. Создаем новое объявление, пока одно. Так, забыли выбрать группу, ага. Так, символы теперь не нравятся, все. Вот оно, а объявлений, понятное дело, может быть много. Вести они могут куда угодно. Попадать на них могут по разным ключевым словам, то есть по словам, которые люди забивают в поиске. Можете выбрать одно слово, самое редкое, и ждать, когда по нему кто-то зайдет. То есть сейчас мы создали первую кампанию. Конечно, это лишь вершина айсберга. Для того, чтобы настроить эффективную кампанию в Google AdWords,
Вам нужно обладать не только хорошей статистической базой по вашим потенциальным клиентам, но и развитой интуицией и определенной долей везения. Но все это может проявиться только если вы сделаете первый шаг. Делайте. Реклама – двигатель прогресса. Все, любите друг друга, желаю вам счастья и CTR не ниже 20%. Подписывайтесь на канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать в теплице социальных технологий. Thank you.